Вас всех приветствую, с вами Анивект, и сегодня я наконец-то жив. Вот, и сразу же извиняюсь за голос, если будет не такой, потому что я немного не в комфортных условиях, поэтому записываю как получается, но записать-то надо, открытие. Вот, поэтому я это делаю. И вообще, у меня сейчас с глазиками проблемы, так что поставьте лайк за старание и терпение. Ну ладно, я не буду долго затягивать. Персонажи вышли уже то ли вчера, то ли позавчера. Я уже не помню, когда они там вышли. Кажется, позавчера. Уже все успели оценить. Очень классные персы. Я тоже посмотрел. Обалденный Бруно, метовый раннер и Джабура. Просто охрененный атакер. Тут уж нечего думать. Просто надо вот этот спиннер открывать. Кто будет, то будет. В любом случае, буду играть на обоих. У меня фрагменты есть, все есть. Так что давайте перейдем к открытию. Да, скоро, конечно, и лучше будет экс. Но хватит с меня иксов. Их и так у меня уже до хрена. Так, первое открытие. Что тут у нас? Вроде все хорошо, но вот надписи и флаг говно. Так, Golden Week. Кстати, если видео будет тоже слегка подлагивать, я извиняюсь. И у меня сейчас еще и света нет. Я вообще без света. Вау. Без света, на одном лишь заряде ноута записываю. Два хороших перса, только жаль, что это все кола. И это мне нахрен не нужно. Три Дон Крейга, я надеюсь, это к везению. Так, тут у нас ничего. Правильно, правильно. Да, слегка подлагивает, но тут уже ничего не могу поделать, но дорогие подписчики простят, я думаю. Так, давай, сыпани чего-нибудь, пожалуйста. Опять красная. И надпись красная. Ну, это не круто. О, боже. Это не то, что я хотел явно. Короче, здесь ничего. Я понял. 150 гемов. Вообще, я так долго копил гемы, так что, бляха, ну, давай что-нибудь нормальное. Как бы, да, копить нелегко. Снова надпись красная, флаг красный, и здесь у нас ничего, крокодайл. Ну, да, ничего, можно считать, 250 гемов уже в помоечку на одну лишь колу. А можно хотя бы персонажей, если вы не даете БФ, дайте хотя бы нужных персонажей, не... Опять красная. Ну, это пиздец. Просто по одному персонажу кольному в каждом этом открытии. А, да, это то, что мне надо. Это то, что мне нужно. 300 гемов уже в нулину. Абсолютную нулину. Так, 350 гемов в нулину. Уф. Так, мне уже очень нравится открытие. Это невероятно. Неужели мне не стоило вообще открывать? И здесь ничего нет. Я в ахуе. 400 гемов. 400 гемов просто в помойку улетели уже. Или 350... Нет, 400, кажется. И здесь ничего нет. Что, блядь? Вы серьезно? Я в ахуе. Типа, а можно хоть одного, нет? Вы мне дадите сегодня? Ну вот просто никакущие флаги, ничего тут нету. Буквально надписи говно, флага нету, ничего нету. И здесь просто тоже ничего, здесь пусто. Буквально просто сколько уже? 400, 500 гемов впустую? Серьезно? Охуеть. О, это одно из худших открытий за последнее время. Это просто ужас. Сейчас один гарант дадут, блядь. Спасибо за смокера, обоссаться можно. Просто опять кола. Что, блядь? Пидорасы. Просто конченые пидорасы. Охуеть можно. Я извиняюсь за мат, но вы сами видите. Просто гемы, которые копятся месяцами... Сливается в абсолютный ноль. Просто в мусорку сливается. Не выпадая ничего.
Неужели, блядь? Просто сколько нужно было слить? О, два подряд. Окей, ладно, задобрили. Задобрили, задобрили. Три подряд. Ну все. Хорошо, хорошо, все. Хорошо. Наныл, наныл, как говорится. Только чтобы больше так не делали. Понятно? Зачем вот эту вот папочку расстраивать? Вот зачем это надо было? Так, ну я не знаю, наверное, уже нет смысла дальше открывать Джабура на 5 звезд. Дальше только в слив гемов пойдет. Заставили меня немножко попотеть. А сколько еще до гарант получается? 60, 90, 420. Еще, короче, 200 гемов до гаранта, но я не знаю, есть ли мне смысл открывать уже, типа, как бы все. Можно сохранить. Просто играть на Джабре уже 5 звезд. Пожалуй, я так и сделаю. Потому что сейчас опять может в нулину просто сливать ради того, чтобы на гаранте одного перса выбить. Тану. Хороший результат. Начало было просто очень страшно. Да. Спасибо всем за просмотр. Ждите, геймплей будет завтра. Постараюсь его запилюкать. Все. Всем пока.